Я выпустил некоторые свои зарисовки касательно, в общем-то, Москвы, происхождения данного слова, а также гипотетических размышлений касательно того, откуда мог взяться некий протоэтнос, в честь которого Москва и была названа. Кому интересно, посмотрите, однако справедливо будет также разобраться касательно Киева. Что у нас есть касательно Киева? Мы из повести временных лет, ну, те из нас, кто читали эту повесть, ну, или кто, по крайней мере, хорошо учился в школе, должны знать, что Киев был столицей Руси. Чаще всего Русь называют Киевская Русь. И это, в общем-то, с одной стороны, является чисто искусственным, чисто кабинетным термином, передающим исключительно некую хронологическую привязку. С другой же стороны, это передает и то, что было центром той Руси. Несмотря на то, что московиты трактуют это как то, что типа поначалу центр Руси был в Новгороде, потом переместился в Киев, потом переместился в Москву, позднее в Петербург. Но те их трактовки не имеют под собой никаких реальных оснований. Новгорода, как Новгорода Ильменского, на времена того, когда Киев уже был столицей, еще не существовало. Новгород Сиверский некоторое время при Рюрике был дополнительной столицей, но это не стоит преувеличивать. Дело в том, что и в Римской империи иногда тот или иной император устраивал свою, так сказать, резиденцию вне Рима для того, чтобы оперативнее командовать своими войсками, для того, чтобы у него не путались под ногами никакие сенаторы и для других целей. А если касаться вопросов истории Украины времен казачества, истории Гетьманщины, то можно вспомнить как минимум две столицы, это Чигирин и Батурин, которые, несмотря на существование Киева, все же были альтернативными именно казачьими столицами тогдашней Украины. Что же касается Москвы, то никакого перенесения Руси в Москву вообще в реальности не было. И позднее нечто типа того будет придумано только уже Глинской, Еленой Глинской, происходящей из золотоордынской элиты половецкого происхождения, перед этим служившей великому княжеству литовскому. Это было придумано отцом Иоанна Грозного и самим Иваном Грозным, а также неким псевдомитрополитом, которого еще при жизни прозвали Сатаной. Кому интересно, погуглите «Митрополит Спиридон Сява Сатана». В летописях говорится, что его прозвали Сатаной за то, что он получил свой митрополичий титул якобы за взятку, а также за некую резвость. При этом, что тут имеется в виду, не совсем понятно. Так или иначе, концепцией о преемственности Московии от Руси московиты должны быть благодарны именно сатане в том или ином смысле этого слова. И если уж говорить о символы, а московиты иногда ссылаются на какие-то символы преемственности, будь то шапка Мономаха, так вот символ является в том, что их преемственность от Византии и Руси придумал человек, еще при жизни прозванный Сатаной. Но да ладно. Давайте коснемся Киева. И давайте коснемся Киева на предмете следующего, в принципе, научно-публицистического труда. Можно, кому интересно,
перейти на сам сайт, ознакомиться со всем тем, что там пишет данный исследователь, историк. А можно просто послушать то, что я говорю, но я не буду отнюдь не цитировать полноценно, не даже пересказывать его статью. Мне тут будет интересна исключительно его карта. И лучше карта в полном расширении. Как видите, тут много карт, и вот если, к примеру, анализировать эту карту, то видна та культура, которая, в общем-то, является как бы историческим мостом между временами черняховской культуры и более ранней державой аорсов, тоже в этих же границах. И, соответственно, временами, когда отчасти эта культура распалась, но основная ее часть назвалась как Русь и со временем стала ядром для того, что известно как Киевская Русь, ну или просто держава Русь. То есть вот тут данные артефакты. Несмотря на то, что видим, есть артефакты западных славян, есть артефакты хазарского происхождения, есть наследие северян, в общем-то, но есть и вот это ядро, которое, в общем-то, и сформировало Русь. О чем я говорил в других своих размышлениях, в других своих, в общем-то, тоже своего рода трудах. Ладно, коснусь здесь этой карты, которая касается распространения названий, происходящих от названия Киев. И это отнюдь не альтернативные какие-то названия, которые возникли от Кия, который основал Киев. Именно от самого Кия могли бы возникнуть названия такого рода. Киев Киеву, то есть города, непосредственно названные в честь Кия. От Киевичей могли, то есть от названия династии потомков Кия, могли возникнуть такого типа названия Киевичи. Киевичи, Киевичи, Киевичеву. А вот название как Киевец мог возникнуть исключительно от города Киев, поскольку он отсылается не к Кию, а к Киеву. Вот в чем дело. Поэтому да, какое-то количество здешних всех этих обозначений можно откинуть, поскольку они происходят от того же, в общем-то, князя, от которого назван и Киев. А с другой стороны, в Польше, например, существовала область, которая называлась Куявия, которая также возводила свое происхождение к Кию и, в общем-то, к тому же предку, что и Киев. В других, между Рейном и Дунаем, где-то также была область, которая была также названа в честь, соответственно, Кия. Поэтому здесь отчасти можно сказать, что некоторые, в общем-то, точки даже и не поставлены. И если бы их все расставить, то было бы еще больше точек, еще больше всего, что происходит из Киева. Еще есть один такой нюанс, по которому можно проследить, в какие территории расходилась экспансия, расходилось разнесение названий, связанных, в общем-то, с Киевом. И отчасти проследить расселение славян. Можно вспомнить эту карту и очертить территории. Вот это Одещина, Дунай.
идем полностью охватываем территории нынешней Молдавии, идем территории Западной Украины, границы с Польшей, территории Бреста, Припять, возвращаемся к Днепру немного в сторону Десны и по Днепру, и вот так вот возвращаемся обратно к Одещине, условно говоря. Если с географией у вас не все плохо, представляете этот регион, и сейчас попробуем перенести его сюда. Это у нас получится вот такой вот регион. И как видим, на территории этого, то есть центрального, всегда заселенного, в общем-то, русинами, славянами, антами, аорсами региона, никогда не было надобности его перезаселять. Поэтому не было повторных выходцев из Киева, и, в общем-то, не было вот здесь вот этих названий. Все города носили, продолжали носить какие-то более древние названия или названия от каких-то князей, в честь которых был смысл называть эти места. И только на периферии расселений возникают вновь названия в честь Киева. Вот можем очертить первую условную периферию расселения. В общем-то, можем проследить, что были и южные переселения, и северные переселения. Вот на территории нынешней Беларуси есть, в общем-то, города, названные в честь Киева. И что касается северного направления, это естественно. Любой школьник, который не проспал и не пропил и не прокурил все уроки по истории, приблизительно должен знать, что это территории, которые в свое время входили в состав Киевской Руси. Поэтому то, что на них находятся названия, производные от Киева, это естественно. Возникает вопрос, а вот это все тогда как? А когда по официальной исторической трактовке в Украину входила Польша, и не просто Польша, тут можно было бы еще сослаться на то, что типа, видите ли, была Речь Посполита, Украина входила в состав Польши, поэтому то ли поляки какие-то города назвали у себя в честь Киева, то ли, не знаю, киевляне переселялись в Польшу, убегая от татар. Да, тут вот это что-то такое выдумать можно было бы, если бы не вот это вот все. Потому что уж точно эти территории тогда в Польшу не входили, это территории Германии. А это вообще территории южнее от Дуная, которые на тот момент уж точно не могли бы стать территориями, в которые бежали выходцы из Киева от татар или еще от кого бы то ни было. Поэтому, чтобы объяснить данную карту, чтобы объяснить, как так по всем этим территориям распространились названия, производные от Киева, нужно поискать в истории, когда эти земли были объединены каким-то единым государством. Вот это не трогаем, это то, что во времена Руси Русь колонизовала эти регионы, активно колонизовала. Кстати, это тоже хорошо показывает то, что во времена того, когда Русь колонизовала эти регионы, ни в Залесье, ни в Новгородчине не было своих каких-то центров. Поэтому именно с Киева шло распространение туда названий. Именно с Киева шло туда культурное влияние, а не наоборот. Московиты хотят выдумать, что якобы начально Русь была в Новгороде, потом она перебралась в Киев, тогда бы и названия также самоперебирались.
Мы этого не видим, мы видим распространение из Киева в самых разных направлениях. Это колонии времен Киевской Руси, это как бы можем не учитывать. Нужно найти карту, нужно найти исторический период, когда была какая-то империя, какое-то государство, которое под своей властью объединяло территории Восточной и Центральной Европы, ну а также отчасти Балканский регион. В общем-то, такую карту найти можно. Это то, что касается времен империи Аттилы. Из этого можно вывести такое, что, во-первых, Киев был важным, одной из столиц еще в империи Аттилы. То есть Киев, конечно же, существовал во время империи Аттилы. Больше того, Киев, аорсы, анты, тогдашние украинцы были фактически теми, кто в те времена вел экспансию и, в частности, вел культурное освоение территории Европы. Знать из столичного региона активно переселялась на запад, чтобы контролировать эти территории, и на юг, также чтобы контролировать эти территории. Переселяясь или переосновывая какие-то города, или основывая их с нуля, они называли эти города и эти поселения в честь своей родины и в честь своей священной столицы. Даже в те времена, когда столицей империи Аттилы был не Киев, а, собственно, Галич. Именно Галич большую часть времени и был столицей той империи. Киев был ранее столицей и позже столицей. А во времена Аттилы и его прямых как родителей, так и потомков был Галич, а позднее они уже создали отдельный центр для аварского ядра, отдельный центр для болгарского ядра и отдельный центр для хазарского ядра. Ну и Киев оставался и пытался как-то восстановить свое былое влияние, свое былое могущество. Такие вот дела. Поэтому Киев существовал за столетия. С моей точки зрения, то и за тысячелетия до того, как, в общем-то, возникнет Московия. Но это уже тоже то, что следует исследовать отдельно. Однако, как минимум до времен империи Аттилы, нужно проследить историю Киева. И еще можно сделать такой, в принципе, важный и интересный вывод, что если во времена империи Аттилы Киев уже был достаточно мощным центром, из которого шла экспансия во всех направлениях, если во времена, даже перед Аттилой, Киев уже был тем городом, который успел и побывать столицей, и успел, по сути, породить новую столицу, то это является одним из таких косвенных свидетельств, что для того, чтобы, в общем-то, таким быть, Киев должен был быть основан, быть заселен, быть развит до уровня, как минимум, регионального центра еще за столетия до всех этих времен. То есть, даже если таким путем исследовать происхождение Киева, то уже можно относить его к первым векам нынешней эры или до нынешней эры. В эту же степь могут свидетельствовать и множественные клады римских монет, которые в разное время находили и находят на территории Киева. То, что римские монеты находили и находят на территории Киева, свидетельствует лишь об одном, что купцы, едущие из территории Римской империи, поднимаясь Днепром, вели здесь какие-то торги, вели здесь какие-то взаимоотношения. Также местные купцы могли отправляться на юг,
там что-то продавать, там что-то покупать и привозить оттуда монеты. Также попросту могли быть войны и набеги наших в ту степь. Римляне, делая набег на нас, не приносили бы и не разбрасывали бы у нас свои монеты. Хотя, может быть, они пытались на нас напасть и ограбить, а в результате и свое потеряли. Такой вариант нельзя исключать, однако более вероятным как раз или те или иные военные походы из Киева на юг с последующим привезением трофеев в Киев, или, в общем-то, торговые, вполне себе мирные взаимоотношения между жителями Киева и римлянами. Как в плане того, что римляне приплывали в Киев, так в плане того, что жители Киева отправлялись на юг. И если, например, на территории Киева в кладах были найдены монеты еще Антонина Пия и других ранних римских императоров, то также логично отнести историю Киева не ранее, чем начало нынешней эры. Опять же, нужно понимать, что если бы Киев был только лишь основан, допустим, в первом веке нынешней эры, римляне не стали бы бежать из Рима торговать только что основанный, еле населенный 2 человеками поселок. Для того, чтобы он стал интересен для римлян, Киев должен был быть основан намного раньше, Киев должен был уже стать местной региональной столицей намного раньше. И, естественно, по такой причине для римлян был смысл отправляться из своего региона в Киев, торговать с Киевом и так далее. Еще одним интересным свидетельством также относительно древности Киева, конечно же, являются свидетельства, картографические свидетельства Клавдия Птолемея, который описывал находящийся на месте нынешнего Киева древний город Азагарий. Если учитывать свидетельства Константина Багрянородного, то следует понимать, что это не Азагарий, как древнее название всего Киева, и не совсем даже правильно считать, что он находился на месте Киева. Правда в том, что поселение город Азагарий был частью тогдашнего киевского Амфиктиония, поскольку тогдашний киевский Амфиктионий, по сути дела, компактно находящиеся друг около друга ряд поселений на холмах, между которыми в некоторых случаях текли реки, и поэтому скандинавы, во-первых, ввиду того, что когда-то элита скандинавов и произошла из Европы, а позднее скандинавы уже сами речными путями начали добираться до Киева и торговать здесь, то они ввиду такой географии Киева прозвали его Хольмгардом, то есть городом, который находился на холмах.